кто будет болеть, а кто не будет. А знаете, как кто будет болеть? Это значит, что не то, что ты скажешь кому-то, болей там, на, болей тебе, получи. Нет, не к этому Бог призывал нас. Это делает сатана. Но я вам скажу, что если мы кого-то оставляем больными, и мы или игнорируем кого-то, мы становимся участниками сатаны. Потому что, имея великую привилегию давать определение, ну, вещам, мы это не используем, то мы становимся участниками сатаны. И я вам скажу это лично для себя. Я каюсь перед Богом за всех людей, которых я прошел мимо. И я не остановилась, потому что мои мозги были заняты чем угодно. Понимаете? Какой мне батон купить? Дорожный или горчичный? Понимаете? Ну, иногда у меня жена боится в магазин посмотреть. У меня магазин, у меня 5 минут во дворе магазин. Так, как будто я в соседний город ездил. Она говорит, опять исцелял кого-то. Да. Было дело, помню. Она говорит, сходи в магазин. Не-не-не, я сама сходила. Потому что все. А ваша жена не молится за стену? Да, я, ну так вот, это позиция. У меня есть видео такие, друзья. Интересно. Я говорю, по ним можно просто учиться. Ну, и я учился по видео. И учу других служителей, вот таких как Пит Кабрера, Тодд Уайт, уличное исцеление, Торман Тандергау. И ну, их много очень. Ну, в интернете, на видео. Снимают, слава Богу, что снимают. Кто-то говорят, ой, вы там пиарите там. Да нет, это пособие, реальное пособие. Да. Как Пит Кабрера кого-то инвалидной коляски в магазине поднял. Фу, вот это да. Я пошел, это тоже сам начал делать. Я помню одно из первых своих свидетельств уличного исцеления, когда я смотрел, как на улице этот парень Пит Кабрера в кепке, весь такой, ну, непонятно, нерелигиозный такой, наверное. Простой, жизненный. И он молится и забирает костыли у женщины, она ходит. И я, вау. И знаете, у меня просто появилось правильное решение. Я вам честно скажу, от этого тоже зависит, под каким углом ты смотришь на это все. И ты можешь смотреть, о, это такой помазанный, о, это такой крутой, и, ой, господи, как бы мне так же самое делать. Я вам скажу, никогда ты не будешь этого делать. Никогда. Потому что ты начинаешь рыть там, где не зарыто. Понимаете? А есть другой угол зрения, когда ты начинаешь говорить, супер, вау, Господь, тот же Дух, который в нем, Дух Святой, тот же и во мне. И если Дух Святой проявился через него, так же Дух Святой может и проявиться через меня. Супер, я теперь понял, что делать. Я выключил видео, побежал на улицу. И я помню, выбежал в подъезда, и мне даже не надо было убить, куда-то там искать. Прямо перед подъездом стояла женщина с палочкой. Пала стоит палочкой, такая стоит такая, типа, ну где ты там лазишь, знаешь? Где? Я тебе уже что-то стою, что уже. Я выбежал такой, ву, здравствуйте. Я смотрю, у вас проблема. Я говорю, вы знаете, что можно решить вашу проблему. Бог есть, и то-то, то-то, и то-то, то-то. Она такая, слушает меня, слушает такая.